Меня зовут Александр Соковнин. Свой небольшой сет я закончу лирической песенкой про подругу, которая уехала жить в Таиланд. Напиши отчет по соцсетям, как летела жизнь ко всем чертям, как подруга едет жить в Таиланд, а ты втайне рад. Ты уже не помнишь, сколько лет, поражение важней побед. Крепко-крепко спит в груди дружок талант, а ты втайне рад. Скорость нашей жизни с каждым днем все быстрее так, чего мы ждем. Кто за рулем? Что придумано уже старо? Бог и муза, книга и перо. Кто с надеждою глядит назад, вряд ли будет рад. Ты уже купил билеты, но нам еще осталось снять кино. Как лежит лицом в земле солдат, что же ты не рад? У страданий выгода проста, возвращаться в старые места и снимать лукавый компромат, что же ты не рад? Скорость нашей жизни с каждым днем все быстрее так, чего мы ждем. Кто за рулем? И несутся по сетям посты, и летят ко всем чертям мечты, а подруга едет жить в Можгу, а я что-то жду, а я что-то жду, а я что-то жду. Спасибо большое, меня зовут Саша Александр Соковнин.